любое дело начинается с осмотра, ремонта и подготовки. У меня спускает матрас, дырка в пилевой части центрального поплавка. Порван медведем был также каток, ну а гондола, которую он разорвал, вот она, вместо нее новая. Месяц, народ в шубах, Магадан. Что готовишь, Олег? Якорную цепь, удерживающее устройство, на котором стоит яхта. Буй, иными словами, рейдовый. Ревизия цепи. Каждое звенышко через мои руки проходит, потому что из-за каждого звенышка зависит, будет ли моя лодка жить. Как-то так. Что это? Самопал или это фирменное? Судя по всему, сюда тоже ныряют. Раз оно раздавлено. Нет, это фирменное, это не самопал. Руслан, а что тебе не нравится в этом якоре? Ну как что? Многое еще не нравится. Дело неправильно. Сомневаюсь, что он заглубляется, естественно, потому что лапы неправильно под неправильным углом приварены. Короче, испытывать надо. А лучше все переделать и потом уже. Еще надо дырку прожечь. Как ее подвесить? Блин, так что ли? Будет он вот так вот тащиться, да? Принцип в чем? Вот. Вот он, как он.
хочу сделать лесенку в случае падения, чтобы можно было с кормы выбраться на судно. Так, полной амуниции, в таком превышении, подтянуться и выбраться, особенно если у тебя руки в этот момент замерзнут, может быть даже нереальным. Вот так вот. Поэтому будем делать лесенку. 28 июня. Ну вот, в принципе, судно собрано. Остались штрихи. Июня. Тримаран собран, последние штрихи. Продукты упакованы, аптечка упакована. Ну, все возможные батарейки, такие вот коробки. Вот, упакованы. Сейчас вот вырезаю стельки на сапоги. Тоже дело нужное. На лодке доставляют до места стоянки, где и будем совершать загрузку судна. Метров 400, наверное, от берега. Ну а вдали остается берег Нагаевской бухты. Девять утра, 3 июля. Нагаевская бухта, штиль, туман. Я стою на поплавке, примерно в 500 метрах от берега. Нагаевская бухта, город Магадан. 9 утра, 3 июля. Итак, начинаем движение на запад, 17 километров, мыс Чирикова. Ну и, значит, на мысе Чирикова делаем поворот на юго-восток, огибаем полуостров Старицкого к мысу
средний. Ну а там посмотрим, какая обстановка, есть ли там ветер. Если нет ветра, придется идти пока на двигателе. Но думаю, минимум тогда батарейный, то есть зайти в город Магадан со стороны перед скалами Три Брата в сторону бухты Вертнера. Ну а если ветерок будет, то уходим либо на остров Завьялово, либо полуостров Кони. Но это будет все видно там, когда мы выйдем из бухты. Так, график приливов, отливов. 3 число. Сейчас пик воды 4 метра 70 сантиметров. Минимальная вода будет 4 часа дня 1 метр 7. И дальше в 11 часов вечера опять 4,7. Угу. Ну что же, заводим двигатель и вперед.